Всем здрасте! Мы с вами играем в такую игру, как Iron One. Погнали! Чипсы не кончились. Короче, какая-то поебота, как обычно, перевод. Десятилетия назад все известные звезды и обитаемые планеты исчезли. Остались только те, кто находился на космических станциях или звездолетах. Это событие стало известным как «Тихое восхищение». В условиях истощения запасов и разрушения инфраструктуры, выжившие ищут любые следы природных ресурсов Вселенной бесплодных лун, освещенных призрачным светом исчезнувших звезд. Одна из таких лун содержит странную аномалию – океан крови. Вы заключенный, которому поручено исследовать эту аномалию на самодельной подводной лодке под названием «Железная легкая». Он не был рассчитан на такую глубину, поэтому вы будете приварены изнутри, а переднее окно будет закрыто. Времени тренировок не было. В случае успеха вы заработаете свою свободу. Ани Игорь. Почти как Ани Даб или Ани Либри, только Ани Игорь. Ани Игрик, во. Я это говно переводить не буду. Хьюстон, мы в дерьме. Мы в подводной пучине. Я не могу дергать мышкой. Хьюстон, у меня голова не крутится. У меня, блядь, шея занемела. Нет, там, блядь! О, я могу уходить. Охуеть, все, уходим отсюда. Кстати, вопрос есть. А можно когда два наушника подключить? Двое наушников. Хуй его знает. Так, чтобы звук шел и туда, и туда. Ну, если бы колонка попробовать. Ну, у меня есть еще просто наушники, я могу подключить так, чтобы... Попробуй, слышал... давай попробуем. Давай, будет вообще хуйня. Это будет самая ебейшая хуйня из тех, что мы делали. Долго ли, коротко ли, но мы разъебали эту хуйню. Так. Я слышу! Главный вопрос. Я вижу корни. Корни почти как корни. Что там делать, блять? Ага. Получается, координат. А мы где? А мы где? Мы на 180. 182. Где-то тут. 116. То есть мы где-то вот этой вот залупе. Адский разгон! Нам всем пиздец! Как душа, какая вероятность, что мы въебемся в кого-нибудь? Вообще! Нулевая. Мы протекаем. Эта хуйня скрипит еще. Да, я слышал. Еще собаки как будто гавкают. А прикинь, знаешь? Идеальная точность. А прикинь, знаешь что? У нас там не моторчик, а там специально собачек прикрепили, чтобы они по собачьему гребли. Тихо. Мы, блядь, где? 224. Это 224 на 190. Дай-ка мне мышку. 224, это мы где-то... Погоди, мы по игреку 195, это получается мы где-то тут, а по этому 230 по иксу. Мы где-то тут. Ага. Продолжаем движение, блять. Так мы сейчас ебемся в скалы. Да похую! Блять! Я правда не понял, что мы въебались. Так мы сейчас въебемся в скалы. Да похую! Короче, опять вперед. Да, получается, мы сейчас... До 200. Да, по игре куда 200. Saving прогресс. Вау, какой прогресс. Теперь, получается, если мы где-то по линии, просто идем... До 300 давай. Мы в прошлый раз тоже до 300 дошли. Ну, были, пытались. Все, проехали. Так, получается, мы сейчас 243, да, где-то вот тут вот. Угу. Все идет по плану. Как интересно. Стоп. Что это за трески? Блять, это опять из автоматов, сука, стреляют. Так, 322. Ну, можно чуть-чуть вперед, короче. Так, думаешь, пойдем? Думаю, да.
186-322. Так, видим 322. Вот так вот. Во. Так. Так, немножко тут забились. Так, а тут сколько у нас? 186. Угу. Так, значит опять возра... не в ту сторону. Опять немножко сюда. Все, иди делай фотку. А, погоди, а 3, а ну это, 0.33, ну может надо развернуть еще. 30. Пойдет. Скалы. Пики точеные. Да. Е-е-е, первая фотка сделана. Из раз, у-у-у, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блять! Так, вот так вот у нас получается должно быть. И Y получается... 320. 340, точнее. Y. Y 340. И 320, 330, или даже 340, этот самый, X. И разворачиваемся немножечко. Оп, уже... Это мы вот, да, здесь вот где-то, да-да. Уже виднеется, так. Направо поворачивай. Поворачиваем, разворачиваем это корыто. Не так сильно. Знаешь, корыто как раз какими звуками разворачивается. Так, это мы сейчас на 230, ну, короче, где-то тут. А это была не наша лодка. Это был мегалодон. 363 на сколько? 308. Ну тут что-то плавает рядом с нами. Сейчас такое там что-то ебало какое-нибудь. Машонка какая-то. Да, сейчас какое-то ебало будет такое. Еще одни пики. Пики точёные. Так. Отлично. Вот тут вот будет сложно. Вот тут будет довольно просто, кстати. Тут просто пространство крупное и как-то въебаться меньше вероятности. На выходе куча мелких скал. Может быть. Вот тут, в принципе, вот тут сложно будет из-за этого. Знаешь, подожди. А вот тут я хрен знает как. Подожди, подожди, это знаешь, что происходит? Знаешь, что есть, значит, у снайпера его наводчик, который координирует его куда... Вот так же и я, блядь, тебе координирую, куда и лучше. Тебе угол нужен около... Пока что... Около 200, попробуй. Угол. Стой! Я думаю, тут... 300, да-да-да. 320. 300. Тебе нужно... С Богом! Это знаешь, когда ты впервые учишься водить, примерно так оно и выглядит. Да-да-да. Садишься за руль и такой, блядь. Мы же этим вас не побеспокоим. 300 так, и 300... 345, получается. Погоди! 345 это мы... Вот тут вот, где-то рядышком с этой... Это, а, не-не-не, вот. Это по иксу. Вот, погоди, это да, вот... мы, получается, вот тут. Вот тут. Сколько поставим? 270, наверное, ровно. Пошли нам в эту сторону, налево. Угу. Так, и до скольки нам? Мы решили до 325. По Y. По Y ведь. Да. По иксу. По иксу. Погоди, по иксу, да. 320, погнали. Тихо. Тихо. 330. Это мы уже вот тут вот где-то. Все, можно разворачивать корабль вот так вот. На 0 градусов. Да нет, это не на 0. 300... А, ты имеешь в виду повернуть его в бок, чтобы он вот так вот... Не-не, я говорю, здесь я показываю, ведь вот так вот. Чтобы он там прошел по прямой. Еще. Мало. Мелкий градус. Еще. Ну, примерно так. Да-да-да. Ну что ж, короче, нам надо доплыть хотя бы... И просто наверх. Плывем до... Наверное, 350, если получится. Да-да-да, 350 хотя бы. Вот сюда вот куда-то. 350 на 275. 350 по этому... По Y-ку. Нет!
А, кислород. Ничего страшного. Всегда все время, что качается кислород. А мы уже... 350 на по Y. И 208. То есть, получается, можно сейчас на 0 вылететь и наверх подняться. А с нуля можно... Нет, на 0 ты имеешь в виду? Да, на нет, 0. Нет, тогда надо угол надо сделать около 300... Нет, надо подняться сюда, потом повернуть еще уже налево. Давай на угол 200... Ой, нет. 325 повернем. 256 по Х и по Y 406. 259, 406. 206, 290А. Ну, 296 это... На третье пуху. Ебануться, блин. Если что, сейчас я, блядь, мышкой управляю. Я опасаюсь много. Мы все опасаемся. О! Отлично. И что там по иксу? 259. Разва... Подожди, 259 или 256? 9. 9. Это нам... Это погоди. Погоди, это нам в ту сторону, вправо. А, в ту. Вправо. Поворачиваем тогда на 90 градусов. Все. А поперед. Да хватит. Так, теперь 296. 296? Да. Было. Все. Селфи. Селфи на память. Глисты! Охуеть. Тут глисты. Сделали! Давай по той же тропе, блядь, нахуй туда, блядь, перелезть. Ты посмотри, блядь, на эту хуйню. Нахуй нам... А как мы тут проплывем-то? Это будет пиздец жестко. Это жестко. Разворачивайся. Я? Ты на мышке, короче. Блядь, сука. От меня, блядь, все зависит. Погоди, 367 по Y-ку. Это мы чуть выше... Чуть выше этого. Ага. И что там по Y-су? 276. Это... ну, вот здесь вот мы, короче, где-то. Да. Вот здесь. Все, выключай карту. Поплыли дальше. Плыли бы по морю, ветер мачту ворвал. Капитан... Субарина нахуй утонула, блядь. Я стараюсь. Погоди, 300 на 300 мы уже. Это мы здесь или примерно? Блять! Резко! А, убери нахуй карту! Ты его куда озвучили? Нас завел, полудурок? Я ж говорю, блядь, на ощупь! Ты погоди. Оно нас не преследует! 300, 320. Еще надо резче! Вот тут, мы тут где-то, блядь! Ёп! Я знаю, что нам делать, блядь! Ты уверен? Да! У меня есть сомнения уже. Все! Я нас вывел! А теперь нам надо аж сюда заплыть. Иди сам. Ах ты, гида. Короче, плывем до... Я еле нас спас, ёбок! Погоди, тут поставим по иксу 350 сначала. У кого так живот ворчит, заебал? Это мегалодон. Да похуй на него. Так, и разворачиваемся теперь выше. Икс это аж... Не так высоко. А, погоди, икс. А, сейчас по иксу, так, по игреку. Я на 0 градусов хочу, чтобы ровно на 300 схуярить. Ты чё, блядь, уебаться хочешь в ебучую стену? Не ссы, у меня все схвачено. Найдёт. И полный вперед. Крикай. До первого... Кстати, если чё, если вы не знали, наша субмарина называется Титаник. Вообще-то победа. Беда. Так, 340 по Y, то есть... Это мы примерно вот здесь вот. Ага, и 377 по Х. Где-то вот тут вот. Отлично! Поворачиваем на 90 градусов! Пойдет. Полно вперед! Если мы убьем... Капитан, вы куда нас завели? Погоди. 392? Это вот здесь вот, мы примерно вот здесь вот. Понял, тогда чуть-чуточку... Да. Я знаю, что я делаю. Вот значит, сейчас мы все-таки въебемся. Иди нахуй, блядь, короче.
Это ебачая торпеда! Ты знаешь, когда ты, блядь, выпил не того алкоголя, у тебя глаза нахуй ослепли. Ты берешь, так под стеночкой идешь. Слепая! И можно ебашить вперед. В стену! Да. Все, вперед! Все в порядке. Это стена, все нормально. Все в порядке. Блять! Повернись! Это не я! Там сзади все нормально. Кислород. Ну пизда. Понял, продвигайся дальше. Блять, не туда! Я перенервничал. Из-за того, что у нас сейчас мы скоро умрем, то недостаток кислорода? Да. Да ладно, что это такого? Люди без кислорода-то жили. Су, нам 560, а не нам 6. Вообще далеко еще. Прям далеко ебаш. Только лодку не разъебаш. Постараюсь. Но ничего не обещаю. Вот он может там, блядь, лодку разъебать. Ты слышишь эту хуйню? Я слышу эту хуйню. Мне страшно из-за этой хуйни. Да ладно, это хуйня все... какая-то. Все нормально. Мы все вырежем, что сколько. А куда оно исчезло? Пошел нахуй! Это был. Ладно, не важно. Вообще это был домовенок! Кузя! Да хуй забей, все нормально. Вы же... 560. Все. О! Идеальти. Я... Погнали. Сколько там? 277. Окей. Я сделаю все нахуй идеально. Даже корабль, если разобьется, он разобьется идеально. Так, чтобы никто не выжил. Так вы идите на экипаж, блядь. Все нахуй будет у меня идеально. Нам пиздец, все ясно. Все. Идеально! А Икс как же? Да похуй на Икс твой! Я отказываюсь, блядь, это смотреть. В смысле нельзя, можно? А ты, все, ты сфоткай еще раз. Все, его уже не будет. Блять. Все. Блять! Он уплыл. Блять! Ты заебал! Я сам себя забыл, так, короче, пойдет. Там что там было? На, короче, держи вышку. Если влежишься тут, то я в этом не буду. 613 по иксу. А по игреку 197. Ну мы примерно туда сейчас плывем. Примерно. Ну увидим 600. Уже 600. Пошел нахуй, нас занято. Дойдем, короче, до 613. Плывем на 90 градусов, если что. Нам нужно на 90 градусов теперь. Идеально. Так, и... 197. Блять! Нам надо вниз. На 180 градусов. А, ты перепутал координаты? Да. Ну мы же все время проебывали в школе, блять, географию, вспомни. Ебать, спасибо, папаша, за то, что пригодилось нам. Так, сколько там? 197. Опять киты бушуют. Это мегалодон. Да похуй на него. Смотри, все почти идеально. Осталось только угол настроить. Сейчас такой угол будет неправильный, все перфекционисты. Так я перфекционист. Так. Без ножа режу. О, кости. Бля, это кость. Вот видишь, тут челюсть такая. Это челюсть, да. А тут ребра. Интересно, я сейчас фотку скинь, сейчас не будет. Не, есть. Мы что, блядь, в казино играем? Да. Разъебемся, не разъебемся. Поехали. Вперед. Хуя. Ад! 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 Субмарины! Пиздец. Сказал отец, и дети ушки бросали. Ад! Погоди, стой, давай рассчитаем, хотя бы так куда поплывем. 260 по иксу. Блять, я запутался, короче, полный вперед!
Я не знаю, где мы, но мне похуй. Ну мы нашли аж сколько штук уже? 4? Да хуй его знает. А, 5? 5. Ебать, мы молодцы. Осталось еще... 250... 750 по иксу. По эрику 260. Все. Кто... сдохнет первым? Стоп. Где он там сейчас? 258 у нас по игреку и 703. Мы где-то, ну, вот этой вот точке. Подожди, по иксу у нас сколько? По иксу у нас 703. Вот. Ну, говорю, мы где-то возле, короче говоря, координат. Получается 726 где-то вот тут вот. Получается. Все, убирай. Мы и сами своего рода географы. Потихонечку. Главное просто нащупать стеночку. Главное не ебалом. Главное не ебалом. Да. Потому что если ты начнешь ебалом щупать, то ты нащупаешь именно нашу член. А надо ручкой нащупать. Черепашей. Оп. О, две стеночки. Мы уперлись в ущелье уже. Так, вот эта стеночка слишком близко. Смотри за тем, как быстро она появляется. Если будет слишком, если она еще ближе будет, скажешь мне, кликнешь. О, отдаляется. Так, стой, да, стой, близко. Погоди, карту открыть немножко. Открывай. Мы, получается, уже, 260 наверное... 260 с чем-то. 260 с чем-то? Ну... Подожди, нет, стоп, отбери. 268 785 265 700 25 700 блять я не помню 785 это мы вот тут примерно да все убирай кораблик. Так, а куда нам надо? Погоди. Тихо. Поднимай. Мы сейчас вот здесь, по-моему. А ну-ка, посмотри на... 796 по иксу. 796? Да, да, да. Мы доплываем до этой хуйни. Так, повыше. Хо-хо-хо. Не сегодня мы не въебемся. О! Так, подними карту. 800. Мы вот здесь вот. А что там по игреку? По игреку 278. То есть мы чуть выше 250, где-то, да, вот тут. Короче, поворачиваем. Сейчас, подожди, еще выше. На еще 200, чуть выше на и на 90, хуярь. Да. На 90 и дойдем тогда... Обратно ты, блядь, будешь разворачивать. И дойдем на 850. В смысле, вот. Я, блядь, буду разворачивать. Нахуй оно мне... Я, блядь, похож на водилу, я по-твоему Ярик. Если мы врежемся, то не я виноват, а географ. Все, хватит. Что там по иксу? 264. Мы просто между трех жизнью и смертью. Трех огней, блядь. Огоньков на мониторчике. Так, что там по градусам? 209. Все, похуй. Все. Обратно ты, блядь, будешь, сука, регулировать эту всю хуйню. Я этой поеботой заниматься не собираюсь, слово. Это считается? Что там такое, блядь, подожди. Дом. А, ну возможно тут затопило что-то. А, хуя. Кислорода у нас еще дохуя. Пока что мы не наполняемся водой. Можно на этом все. Пока что. Меня это твое пока что вообще, блядь, не устраивает. Короче, раз мы тут разворачиваемся. Нахуй на 0 градусов. Пойдет. И просто сейчас хуярим наверх.
до... сколько тут? 800, то это... до 300, думаю. Да, до 300. О! Чётенько. Так, теперь разворачиваемся сюда. Сколько тут? До 270. А тут немножечко пониже развернемся и так вот пройдем аккуратненько. Страшно, пизда. Да. Стоп! Еще немножко. Оп. Давай 210. Ебать, ты дохуя придумал. Все. Все, поехали. Полный вперед. О. Так. И до скольки будем ориентиром? 200. Ориентир у нас будет, давай. Вот это вот точка. Это у нас 280, допустим. 200. Ну да, примерно 270, 280 в таком районе. На 780. 280 на 780. Так, 280. На 780. Давай, плыви дальше. Хотя лучше... Подожди, стой, стой! Опусти нос корабля. Сюда, сюда еще. Блять. Дуй, сука, в него! Охладись, блядь. Так, 740. Мы уже тут где-то. А хорошо, давай теперь ориентироваться на координаты. А, блядь, верни карту. Давай ориентироваться на 600 по иксу и на... 200. Давай. 600. Подожди. На 200, наверное, сначала. Или ты хочешь на... 225 давай. 225. Блядь. По Эрику 225. Ну что ж, плывем так же тогда, наверное. Подожди, нос! Нос наклони, блядь! А что, я въебался? Я не знаю. Я не знаю, давай сделаем фотку. А что мы нахуй влезались? Не во что. В пустоту. Это кто так нас, блядь? Нам нужен на Эрик 520. По Y. Это высота. Да, что-то тупо наверх надо. А, блядь, погоди. Стой, стой, назад, назад. Я угол забыл выставить. Красавчик. Вообще, комсомолец, спортсмен. Хватит, успокойся. И что там по Y? Сейчас. 520. Ну, вперед. Тупо вверх. А по X мы подходим? По X мы подходим, подходи. Ну вот смотри, вот здесь вот 550. Я выбрал 560, это примерно. Ну тогда тупо вперед, тупо вверх. Полетели. Если будет что-то пиликать, значит мы немножко собьемся и... Все нормально. Наверное. Нормально все, но уже тише становится. Это просто мы между скалами, ну так пикает. Это нормально, это все нормально. Мы это, хороший геолог. Я уверен в себе. Я в себе, блядь, уверен. Я уверенный молодой человек. Я знаю, что я делаю. Ты что ты делаешь? Убеждаю себя в том, что все нормально. Сколько там по Y? 520. Ой. А, нет, все в порядке, я перепутал. Я знаю, что я делаю. Я профессионал. Я про... Врубай нахуй эту хуйню. Иди нахуй, блядь, с такими ебаными играми. Все нормально. Все окей. Так, нам надо до 520.
плывем до 520. Человек немножечко зассал, все нормально. Бывает. О, идеально. 520. А поэтому выставляем 90 градусов. Что, ты вернулся? Да, я гулять взял. Успокоюсь. Сколько там? 623. Да, в принципе, похуй. Так, угол у нас 63. 63, да. Все, готово. Так. Еще кости. Кажется, тут левее. Сделай-ка еще одну фото, эта хуйня пропадет или нет? Да нихуя не пропадет. Видишь, нихуя не пропало. Она что-то скилит, знаешь, все в порядке. Так. Давай на 200, что там? Короче, разочимся, да, тупо сейчас вот так вот. На... О! Ну шо ж. И получается... Так, домой до... Можно вот тут вот, да. 300... 50. А не, погоди, там же, блять, вот эту. Мы плывем в неизвестное нам место. Потому что географ, мудак, не мог нормально карту написать. Написал хуйню свою. Как проплывать? Откуда мы должны знать? Сколько там нам осталось? 3 штуки? 275. Одевай наушники, сука. У меня гугет закончится, я не могу, блядь. Я тебе сейчас хуй в рот засуну. Пошел нахуй, я не могу работать при таких условиях. На, пососи. Спасибо. Я нахуй на бутылку сел? Я знаю, что я делаю. Ты ж уверенный молодой человек. Я самоуверенный молодой человек. Я уверен в том, что я делаю все правильно, блядь, я случайно пережал. Не туда. Так бы ты себе сонную артерию, блядь, пережал. Так я знаю, что я делаю. Я когда делаю что-то, я знаю, что я сделал только что. Вот я случайно допустил что-то. Я знаю, что я сделал. Нам осталось всего лишь 3 штуки. У нас кислород кончается. Нихуя себе, блядь. А еще мы слышим пение китов. А что этот мудак снял очки, хотел сказать, наушники? Да в пизду, блядь, эти напевания ебучих. Ладно. Нет, блядь, я надену наушники, только не... 370, блядь. 375 надо. Я, блядь, я на сотню ошибся. Я ж тебя и спросил, ты точно уверен? Ты знаешь, сколько тебе надо? Ты, да. Я уверен, что делаю. Я ошибся, я был уверен в том, что я ошибся. В том, что ты пиздобол, блядь. Ладно, давай. 0 градусов нам надо. Наверное. Это не точно. Потому что я уверен, что мы сейчас где-нибудь там въебемся. Проверяем. Не хочешь? Что? Проверить. Ну давай проверим. Ну, проход где-то вот тут вот. Значит... Вот проход. 250 проход начинается. 300. 550 проход начинается. А ты сказал 250 сначала. На запись вас слушаю, я, по-моему, сказал 550. Ладно, так. 550 начинается, значит, проход. Так, ну что, готов? Да. Плывем ровно. Все нормально, все, мы между скалами. Ничего страшного, бывает. Не ссы. Вперед. Я нихуя не готов к такой хуйне! Кстати, из-за вот этой хуйни, вот эти две точки похожи на глаза, это наш огромный нос такой.
Успокоил, блядь. Y 616. Чё, погоди? Y, вот, 616, это мы... А, погоди. 650, вот, 616 мы тут, а по X мы 375. То есть мы уже где-то вот тут где-то. Мы проплыли это место, но давай еще чуть, давай выше, но на 650. На 650, да. Вперед. Очко. Знаешь, что я тебе предлагаю? Что? Смотри, вот это место мы оставим напоследок, вот это про это самое такое. Че, сюда хочешь? Сначала сюда, да, зайдем. Хорошо. Подожди, что горит? Блять! Блять, что нажимать? А, блять, оно не... Все нормально, все под контролем. Ебать, я выбирал ебаные координаты, блядь, слышу? Вот это огонь, блядь, горит какой-то. Я беру, блядь, разрашиваю, тут такая хуйня, блядь. Перебор. Блядь. Оп. Давай, 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 да еще чуть-чуть. Харе. Все, иди. Красиво. Краб-паук. Макаронный монстр, блядь. Так, осталось два. Не, мы уже, конечно, тут откуда-то, типа, ближе. Но тут опять, как вот тут вот, с темой. Чё? Тут, типа, видишь, тоже не видно, как правильно плыть особо. Да и похуй, поплыли давай туда. Так, получается... Координат, давай, 250. А, нет, подожди. 650 координат по Y-ку. Угу. Разворачиваемся на 180. Не в ту сторону. Чё, поплыли? Да, всё, поплыли. А, что там, 190? 190. Ох, герои, ух, плывем. Да, точно 190, потому что если бы это было 290, то мы бы уже врезались давно. Игнорируй! Не игнорируй! Что это так? Подожди, открой карту. Ты вот это хуешь? Да, наверное, да, это стеночка. Ладно, похуй. Да, блять. Да, все нормально, все нормально, не ссы. Сейчас проплывем. Собачки не заденут. Собачек уже давно, блядь, съели за бортом. Стоп. Сейчас можно еще немного. Я же говорю, можно до 290. Вот, до 190 можно. Я уверен в том, что мы сможем. Ладно, я не уверен. Я про то же. Так, сюда проверим. Нет. Ну ладно, на ощупь так на ощупь. Да, ты имеешь в виду карту проверить? Да, блять. Давай. Вот она, 200. А что там по X у нас? А, нет, что у нас там по Y? 666. Это... Ну, значит, вот здесь, вот, примерно. Ну, мы... Значит, нас нам нужно до 630. Я уже пресс-эф руку делаю, готов просто. Потому
что я не представляю, как мы отсюда будем еще выбираться, кроме того. Не слишком ли ты сделал сильно в боку? Нет, не слишком. Ну как скажешь, как скажешь. Ебать, 44 минуты. 5. Что за звуки, блядь? Открой карту. Мне кажется, наш корабль уже ебут. Что там было у нас по Ирику? 600. Ну-ка, открой, где это мы? Мы уже, блядь, почти приплыли. 608 на 180. 180 по иксу и 576. Так, что ставим там? Ставим координаты 180 и... 574 было вроде. Сейчас перепроверим с тобой. Блядь, 180. Так, открывай карту. 576. Молим все. Блять, что происходит? Больше столько давления? Стой! Впереди! Мы же поплыли. 576 должно быть. Так, все, хватит. Что, блядь, происходит, блядь? 176, 180 есть. И нам надо теперь 184. Да, правильно. Все, ебать, там хуёво. Что там, блядь, что это? Это аномалия из сталкера. Шаровая молния, блядь. Так, последняя осталась. Так, куда нам там плыть, блядь, подожди. Так, 185. Поворачивай. В пизду, блядь. Иди нахуй. Хуебес. Ебать, интересно, что это за хуйня такая. Да, возможно, давление так хуярит. Я слышу, да, блядь, позади, блядь. А возможно, нас уже ебут. А мы об этом не знаем. Ах, я как будто касаю их. Так что там у нас по игреку? По игреку. По игреку мы... По игреку нам на 600. По игреку на 600 и 170 мы решили. 175, 170. Да. Вперёд. Всё. Ого-го-го-го-го. Ну и игрока прикольная. Хотя мы находимся, по сути, в этом помещении. О! Так, открой. Ещё. Можно ещё чуть вперёд. До 625. Да. Нет, даже меньше. До 6. Даже. Тише, успокойся. Все нормально. Дай фотку, блядь, сделаю на память. На могилку. Нихуя тут нету, понимаешь? У тебя шизофрения. Все хорошо. На самом деле все хуево. Мы на самом деле просто умрем скоро. Мы умрем. Слушай, а стенок-то нету нигде. Погоди, а координаты мы где? 635. 277. Стоп, что? А чё мы тут делаем? Нас переместило? Мы в пизде! Не, знаешь, я даже рад, что нас нахуй переместило. Нам не вернется тот угол нахуй переходить. А что нас переместило? Кто нас переместил? Да похую, блядь! Такси нас переместило! Поебать! Грузоподъемник! Такая тишина настала. Мне кажется, слишком близко к этому.
Эм, нахуй домой! Я не пойму. Так, 468 по иксу. 468 по иксу. И так где-то по высоте. Сделай фотку. Знаешь, я пожал наушники надену. Ты так, блядь, смеешься? Да давай, полетели, полетели, все, поплыли. Все, не ссым в трусы. Так, что там уже камни. И впереди камень. Нормально все. Давай на несы, это вряд ли монстр. Видишь, никого нету. Хотя, конечно, ты не развернулся камерой к нему, но это не важно. Да похую, блять. Это, скорее всего, камень. Где-то вот тут нужно, наверное. Так, 503. Смотрим. 500, ну да, ты вот, вот это, наверное, об этот вот камень нижний немножечко просто цепляешься, нормально все. Во. Плывем до скольки? Плывем. Плывем до 600 по иксу. Не, мы не сыкуны. Слушай, ну же, блядь, вот он... День без сыкуны, полный! Полный, блядь, там пиздец, блядь! Хьюстон! У нас же кислород, блядь, здесь вот был! Почему, блядь, он эту хуйню прискочил сразу же на ноль, блядь? Я! Тун-ту-дум! Сука, ебучий! Я под ноги. Все нормально? Да. Блядь! На моих глазах, блядь, вода появилась! Погоди. Где мы сейчас? Нам надо на 600. На 600 ведь? Да, на 600 нам надо. По иксу. Так, по игреку нам надо на... 750, вот здесь вот, значит, на 760. Блять, вода поднимается-то. Нормально, это всего лишь скалы. Нам это уже не напугает. Блять, а вода-то поднимается нахуй. Кажется, мы здесь и умрем. Я думаю, даже можно еще чуть-чуть повыше. Да, на 775. Стоп! Все в порядке. Все, теперь... Все, теперь раз... Кирилл, я не хочу не включать, но вода реально поднимается. Но... А! Давай сам, короче! Да ты охуел, блять! Все, давай, цикуй сам, без меня. Так, 775. Где мы? Мы тут. Мы тут. Так, разворачиваемся. На 90 градусов. Да. Похуй на сильную точность. До сотки хоть. А, до 700. Нет. 700. Нет, подожди, ты не туда смотришь. 700 у тебя вот здесь. 700 у тебя вот здесь вот, блять, уже. Тебе надо на 675 по иксу. Все, сам. Мне страшно, я боюсь, иди нахуй, понял?
Не, ну эта игра гораздо лучше, чем та, где мы, блядь, ходили по этому, по уровням. Так, мы решили на 670. Всё. Да-да-да, все, все, все. А, так, 670. Теперь просто вверх. Подожди, стоп, стоп. Что там у нас тут по координатам? Да, кстати, 675 я угадал. 828. Погоди, сейчас. Ты немножко ошибся. Да похуй, да идеальная точность, мы сейчас тут утонем нахуй. Да поебать, идеальная точность должна быть. Я сказал, что я... То, что я красиво утоплю наш корабль. Я обещал. Герои, блядь. Герои, непризнанные общества. 828, все, плыви. Плыви нахуй. 800... Плыви, не оглядывайся. 825? Я не помню. 28. Вода перестала набираться. Хорошо. Но мы все равно по пояс в борще. Так, дальше. Идеальную точность! Ты должен идеально встать! Все. А, по этому, по иксу все сбилось. Блять, похуй! Так, ладно, что тут, 295. Все, пизда. Подожди, блядь! Я хотел сказать, что ты неправильно, блядь, выставил. Ты выставил не 295, а 294. Ну, по-моему, уже похуй. Хотя нет, нихуя не похуй. Мы некрасиво померли. Мы померли зря. Короче, забейте хуй. Короче, что хочу сказать. Игра ебать какая страшная. Уебать какая интересная. Хоть мы находились, по сути, в одном помещении. Но при этом сейчас такое, что мы где-то находились в разных местах. На этом, наверное, пожалуй, закончим. Человек сейчас остался с инсультом жопы и раком мозга. Мы выставили те координаты. Вот. А на этом я, пожалуй, закончу. Если хотите больше таких видосов, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А всем удачи и всем пока.